Ну що ж, друзі, ще раз всім доброго ранку, і ми продовжимо тему спорту, адже саме зараз до нашої студії завітав Роберт Воробйов, це переможець рейтингового бою в Миколаєві, майстер спорту з ушу Саньда, неодноразовий чемпіон України та переможець міжнародного турніру на Кіпрі. А також він є учасником АТО. Доброго ранку, Роберт. Доброго ранку. Дуже радий, що ви все-таки до нас завітали. От я пам'ятаю, що нещодавно відбувся турнір Миколаєві по змішаним єдиноборствам. Буквально декілька слів, що там відбувалося, як воно відбувалося. 12 марта проходив чемпіонат Миколаївської області по ММА і фінальні поєдинки, в воскресенье це було, і фінальні поєдинки були вечором в детской юношеской спортивной школе номер 2. И также проходили совместно с смешанными единоборствами, по-моему, проходили поединки, да, проходили поединки по кикбоксингу, раздел лоу-кик. И в конце вечера было два профессиональных поединка. Это соревновался мой одноклубник Александр Глущенко с Ваней Ребером. Он тоже победил в этом поединке довольно-таки быстро. И в самом конце сражался я с одесситом Александр Левицкий, по-моему. Да. Ну, я так розумію, що конкурент був також в своїй спортивній формі, дуже підтриманий, але все ж таки ви отримали перемогу, з чим я вас і вітаю. Це дійсно дуже важливо. І не лише для нас, а й для всіх миколаївців, адже ми хочемо, щоб у нашому місті були ось такі славетні, видатні люди, які дають і прославляють наш Миколаїв. А скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь змішаними єдиноборствами? Я почав займатися з 17 років. Перепробовал много дисциплин, начинал с бокса, потом кикбоксинг, потом все же как бы я начал заниматься грэпплингом, это вид борьбы, бразильское джиу-джитсу, раздел грэпплинг, то есть и полностью захватило мое сердце, и я понял, что это мое, как бы, и начал уже пробовать себя в данной дисциплине, как вот ММА, смешанное единоборство. И я понял, что это мое, что это как бы по духу вот мне больше подходит. И как бы я сейчас стараюсь набрать форму. Вот как бы уже провел свой бой, длительный перерыв. У меня был 1.5 года. И как бы сейчас стараюсь. Ось ці 1.5 року ви були в зоні АТО, так, наскільки я розумію? Не все 1.5 года. В зоне АТО был отрезок, я был 10 месяцев, служба моя была как бы 1 год, 12 месяцев, 10 месяцев я провел в зоне АТО. А от чи складно було от знову повернутися до спорту, свою форму підтримувати? Ну, как, в принципе, в то время, когда я служил, я поддерживал физическую форму, был в какой-то, ну, конечно, не в той кондиции, в которой я сейчас и в которой я планирую дальше быть, но все равно, как бы, у нас, мои сослуживцы были приверженцы спорта, как бы, все спортсмены тоже ребята были, и мне повезло, и мы вместе с ними тренировались, как бы, я, в принципе, форму особо не потерял, но как бы тут уже начал набирать ее больше. Ну, я гадаю, что по результатам поединку мы можем сами бачити, что все-таки ваша форма в повном порядке. Да, у меня было как бы время подготовиться. Мне сказали за бой аж за 2.5 месяца. Это хорошее время достаточно. Я подготовился, и мой противник также подготовился. Я это почувствовал на себе. Ну, как бы я одолел его. Ну, ментально. Так, це чудово. А от які у вас плани на майбутнє? Как сказать? Ну, куда-то далеко смотреть еще рано. Я буду тренироваться, я буду всегда в форме. То есть, и в этой молодой организации, как MMA Pro Ukraine, в принципе, вот, в которой мы участвовали, я вот хочу вот достичь сначала в ней каких-то высот, каких-то результатов больших, а потом уже будем смотреть дальше. Не буду загадывать наперед, но как бы, пока вот так. Так, це чудово. А от я знаю, що ви ще тренуєте команду по бразильському джиу-джитсу. Да. Скажіть, скільки людей в вашій команді і які там вікові категорії, хто там взагалі займається? Я взяв цю групу довольно-таки
с недавнего времени, так как мой друг Юрий Лелека, это как бы он наш тренер, ему пришлось уехать, и он, в принципе, отдал эту группу мне. Я как бы начинающий такой тренер, я вместе со своими ребятами тренируюсь, вместе с ними учусь. Нас в группе около 12 человек, 12-13 человек, в основном ребята возрастом от 16 до 25 лет, ну, разные возрастные категории, как бы, і, ну, в принципі, вот так. А от ці юнаки, вони також готові повністю віддати, от, присвятити своє життя боям змішаним єдиноборством? Так, многие ребята занимаются бразильским джиу-джитсу у меня и параллельно выступают по ММА, и довольно-таки неплохо. Есть ребята и чемпионы области, вот это, которое 12 марта, в принципе, прошло. Есть ребята и чемпионы Украины. Разные ребята. Ну, они ходят ко мне, занимаются, им нравится. Я доволен. Це дійсно чудово. А от окрім спорту, можливо, у вас є ще якісь захоплення? Конечно, есть. Я представляю гражданский корпус Азов. Мы уже здесь были, по-моему, 15 февраля в годовщину Широкинской операции. Угу. По-моему. Ну, а от, ну, що за організація? Організація, как бы, широкий промисел у нас. Ми займаємося як і волонтерською діяльністю, різними соціальними проектами. Тобто, ну, громадська організація, как бы, пытаемся и спортивные мероприятия какие-то проводить. Может, вот скоро в дальнейшем будем проводить один из, в память о нашем погибшем друге. Он погиб при штурме Маринки в 2014 году. Мы будем проводить также турнир по ММА в честь Андрея Балагана. Вот он уже, это уже третий будет турнир в честь его. Дійсно, це дійсно дуже чудово, ми сподіваємось, що у вас все вийде. Насправді, я дуже вдячний, що ви завітали сьогодні до нас. Така цікава історія. Я сподіваюся, що наші миколаївці також зацікавляться змішаними єдиноборствами. Будете приходити до Роберта, записуватись в його команду і тренуватися. Роберте, щиро вдячний. Спасибо. Дякую, що завітали. І вам спасибо, що пригласили. На все добре. Я вже частий гость здесь. І сподіваємось, що це не останній раз. Thank you.